О семейных ценностях можно узнать в новой постановке театра музыки, драмы и комедии. Теперь в репертуаре ТМДК семейный мюзикл «Сказка мамы козы» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена. Всем знакомая с детства и любимая история представлена зрителям в современном прочтении. С подробностями Юлия Балдина. Многие зрители театра привыкли видеть Александра Кандалинцева на сцене, как артиста. А в этот раз он предстал в новой роли – режиссера музыкального спектакля. Стоит отметить, что это не первый опыт постановки. До этого Александр выступил режиссером дэнс-драмы в стиле Гэтсби. Мюзикл «Сказка мамы козы» стал его дипломной работой. В постановке задействованы все цеха театра, а также участвуют воспитанники детской школы искусств. Ведь, как отмечает сам Александр, в детском спектакле должны играть дети. Режиссерский дебют нашего ведущего солиста Александра Кандалинцева, то есть это его такая проба пера уже в качестве режиссера. Вот, ну и посмотрим, как примут зрители. Вот я уже смотрел репетиции, достаточно очень мне все нравится, хорошая музыка, хороший оркестр, хорошие наши голоса, поэтому, ну, самое главное, будем ждать реакцию наших маленьких зрителей. Смыслы основное — это, конечно же, семья, материнство, детство. Герои все у нас максимально очеловечены, хотя не теряют каких-то признаков вот сказочных наших персонажей, но тем не менее это все очень сильно пересекается с нашей жизнью. Поэтому я считаю, что тема актуальная. Любовь к маме. Мама – это все. Мама – это начало. Мама – это все, что может, мне кажется, успокоить этот мир и привнести в него гармонию. «Сказка мамы козы» – это добрый и трогательный спектакль, который возвращает в детство взрослых и увлекает детей яркой игрой актеров. Отличительной чертой спектакля можно назвать то, что у каждого зверя есть семья, а количество козлят отличается от оригинального сюжета. Постановка посвящена всем матерям и их безграничной любви к своим детям. На протяжении всего спектакля зрители окутывают атмосфера тепла, домашнего уюта, материнства и нежности. Год семьи. Театр наш поставил уже несколько постановок для детей, но я думаю, что это не только детские спектакли, а в первую очередь это семейные спектакли, на которые можно ходить с семьей. Каждый зритель, независимо от возраста, будет вовлечен в эту удивительную историю. Ведь спектакль «Сказка мамы козы» предназначен для семейного просмотра. Он проникает в сердце каждого зрителя, передает важные послания о дружбе, верности, силе любви и умении преодолевать трудности. В следующий раз постановку можно будет увидеть 19 мая в Театре музыки, драмы и комедии. Юлия Балдина, Антон Сапогов, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания.